Сотрудники администрации прокомментировали укладку асфальта в снег. Напомню, жителей города возмутило то, что дорожники проводят работы с нарушением технологий. В социальных сетях появились фотографии, как рабочие кладут асфальт, несмотря на снег, на улицах Свердлова и Преображенской возле космического центра. Начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Вячеслав Симаков рассказал, что во время специальных рейдов было выявлено несколько адресов, где проводились работы с нарушением технологий. По его словам, речь идет о восстановлении асфальта после раскопок, в том числе и во дворах. А на этих участках работы должны контролировать собственники дома через управляющие организации. К сожалению, на сегодняшний день, еще повторяю, дворовые территории нам не подконтрольны. И на сегодняшний день очень много ведется работ вот именно по асфальтированию с нарушением технологий на дворовых территориях. Сетевики, различные строительные организации ведут эти работы. В первую очередь необходимо, если это товарищество какое-то созданное, ну, обращаться к своим председателям, либо к обслуживающим, либо управляющим организациям.